Зайчик, пошла запись. Так, вперед, Кондратина. Так и запишем, зайчик. Она не зайчик, она кукуся. Кукуся. Пиздец, как страшно! Юля, блядь, нахуй сюда разлезла раньше времени. Сядь, так, сядь, успокойся, отдохни. На зону вот можно. Так, ну тихо, ну это, да. Зайчик, только сделай это быстро. И не смотри вниз, смотри вперед. Снимаешь, да? Да. Так, руки разжимаем от поручня, вперед. Давай. Давай, одним резким порывом. И туда. Открывай глаза, если страшно. Да? Конечно. Давай. Пизда, как страшно. Давай. Могу толкнуть? Нет. Все хорошо. А, я не могу, блин. Ты сможешь. Давай. Никита, где твоя поддержка, блин, щенок? Кукуся, мы это вместе делаем. Подожди, нам надо в кадр вместе. Бежим. А теперь прыгай. Это история. Блядь, я вообще, наверное, не смогу. Прыгай. Прыгай. Так, стоп, сейчас. Ты помнишь, я быстро прыгнула. Прыгай. Не, мы так-то не мешки, да, Кусь? Не, мы не мешки. У меня батарейка не резиновая, прыгай. Ну это он тебе врет. Пиздец, как подумал, то прыгать. Можно просто больно. Прыгай. Конечно, ты скажешь, да? Прыгай. Да, больно, рот пополам ломает вообще все. Ну, и? Собрался? Ну, вроде при нас нет. Ну, или не говори. Так, тихо. Все. Я собираюсь. Надо считалочку, короче. Все молчат, стоят. Нет, тут клево. Нет, снизу реально кажется, ну, проще. Да, это реально проще. А вы сколько прыгаете? Так, тихо. Да. Какую вы высоту уже прыгаете? А можно просто так упасть? Высоту? Нет. А высоту я прыгаю на метр. Нет, какую высоту? Поговорите со мной. А можно так просто? Можно так просто. Можно просто шаг сделать. Единственное преодоление страха, Юля, это... Да, Юля, давай. Но у нас есть самый высокий объект в пределах... Прыгай. Так, все, давайте. Давай. Раз. Нет, я не прыгал. Нет? Давай. Два. А, ты не занимаешься такой темой. И прыгни, просто прыгни. Все меньше и меньше посадили. А, чего? Молодец. А тебя спрашиваю, больно было или нет?